Нельзя употреблять пищу после 18:00. Идеальным вариантом считается прекращение приема пищи после 15 или после 16 часов. Второй способ поддержания веса после похудения состоит в том, что вечером вы можете есть любую еду, все что угодно, можете сходить в ресторан, но в течение дня запрещено применение любой пищи, кроме чая, кофе без сахара и простой воды. Этим способом я пользуюсь уже очень долгие годы, и мне он достаточно хорошо подходит.